Добрый день! Что нужно знать перед тем, как зацементировать кольцо? После того, как вы подобрали на модели кольцо и примерили в полости рта, и вы видите, что кольцо для зубов подходит, мы приступаем к установке, к фиксации кольца. Но перед тем, как замешивать цемент, мы должны изолировать отверстие, которое есть в кольце. Мы берем наше кольцо. Естественно, что оно должно быть уже обработано цементом. Но сейчас это проба. И берем обычную гигиеническую помаду с помощью гладилки изолируем отверстие для небного бюгеля и для дуги и лицевой дуги. Вы также можете использовать силикон или воск для пациента для изоляции крючков. После этого вы можете замешивать цемент, наносить его в кольцо и фиксировать на зубы. С вами была доктор Фартушна и Марина Юрич. Хорошего всем дня! Заходите на сайт drfartushna.pro и ищите больше информации.